Всем мира и добра, с вами Виноград Центра. Ежегодно весной, значит, провожу ревизию, смотрю, как саженцы начинают вегетировать, и обычно один-два, иногда побольше экземпляра появляются те, которые, значит, слабая очень вегетация, ничем как бы так необъяснимая, потому что рядом все кусты в таких же условиях и нормально начинают вегетировать. Вот смотрите, получается, значит, открылась, вот пытается открыться почечка, значит, тут то же самое. Дальше там все, ничего, никаких открытий. Вот она, голова куста. Ну, кусту уже прилично, я не знаю, года 4, наверное, точно есть. Вот. Что еще обращает на себя внимание? Когда сажалось, видимо, были, я так понимаю, в контейнерах, посмотрите. В чем еще, значит, основная проблема, я как-нибудь сделал обязательно видео, что когда куст растет в очень замкнутом пространстве, то корни упираются в стаканчик, либо в контейнер, и они вот так вот закручиваются. И когда мы сажаем дальше, они в таком положении и остаются. Вот смотрите, два основных корня, вот, под 180 градусов, видите, вышел, пошел и на 180 назад. Это очень плохо. Вот. Здесь ситуация вообще получается на 360. Вот он вышел, согнулся и пошел опять туда, видите? То есть, и это вот как раз два самых мощных корня, которые выходят отсюда. Что еще обращает внимание? Ну, я сделал срез. Он, ну, очень... Влага никак вообще не сочится, то есть он суховатый абсолютно. Лоза тоже, она вот суховатая, прям я ее гну, то есть сухая. Вот, почки очень такие вот слабенькие вышли, там даже чуть, по-моему, морозцем подбита вот эта вот почка, вот. Но перспектив, в общем, от этого саженца, от этого куста я уже не увидел, поэтому что мы сейчас делаем? Ну вот посмотрите, корень я, когда доставал, он практически, ну, можно сказать, почти сухой. То есть он не работает, то есть он не качает. Несмотря на то, что здесь вот вроде как бы белое, хотя нет, тут тоже он коричневинка есть. Вот. Но здесь вот он вообще ни влаги в нем, ничего не сочится. Хотя сейчас период такой, что, значит, пасыка еще кое-где, ну, уже практически закончила капать. Ну, я подозреваю, вот у меня как бы предположение вот здесь, вот на этом участке, потому что я вижу, что черенок, он как бы даже закручен, что ли, вот посмотрите, идут, видите, как-то в бок туда эти самые направляющие. Ну, я сейчас его резану этим самым, как его, сделаю срез и посмотрим сучкорезом, вот, потому что он толстый, здесь в объеме он получается, наверное, не знаю, сантиметра 3. Вот, и поглядим тогда, что там будет. Сейчас я... Так, ну что, значит, срез я сделал. В принципе, как ожидалось, картина оправдалась. Я сейчас покажу вам. Вот смотрите, получается у нас это черенок, который проращивался, и из которого потом корни, вот лозы потом идут. И вот что происходит. Вот глядите, да? Получается, что у него вот эта центральная... вот эта вот часть, даже я сейчас, наверное, очищу. Сейчас я сделаю, секундочку. Вот я очистил получше, вот здесь вот, посмотрите. Вот здесь грязь убрал, да? Вот он убрал. Тут дыра практически, она идет до самого центра. Вот. Она идет до самого центра. Это вот просто сейчас грязь немножко. Вот. И получается, смотрите, то есть вот эта вот часть не так сказать, пропорционально расширена одна сторона, а второй фактически нет. Тут вот дыра идет, и, значит, здесь вот такие вот ущербные. То есть центральная часть, она фактически, как сказать, там, ну, труха или что там. Вот. Видите, посмотрите, вот я приближаю, вот. Это фактически до центральной части. А вторая спинка, она вот расширилась, и за счет нее только идет, поступает питание. То есть практически, ну, сколько получается, от 100%, 50%, то есть вот эта вот часть работает, а правой стороны нет. То есть здесь дыра идет до самого центра. Вот. Это вот одна часть, вот эта нижняя часть у нас с корнями, я вам показываю. И она получается, вот смотрите, то же самое, какая ситуация. Вот она, очень четко видно. Вот эта сердцевина, которая должна быть коричневая по центру, ее практически нет. Вот она, идет дыра, вот она дыра до самого, то есть этот разрез. Эта часть вот эта непропорционально увеличена, верхняя. Вот. А центр, он загнулся весь. И, то есть, вот эта вот голова, она, конечно, ущербная. И ничего хорошего она не дает. И поэтому вот этот саженец мы будем удалять. Я, вернее, уже его удалил.
Вот еще посмотрите, ближе вам показываю. Так что причина оказалась в черенке, который, значит, проращивался. Не знаю, что тут, какая произошла. Может быть, этот самый... сокодвижение было порвало, может, еще что-то. Ну, сейчас можно только гадать, но факт остается фактом, что кругового нету, значит, как положено, камбий, значит, луп, кора. Здесь коры вообще с этой стороны нету. Вот. И центральная часть, фактически, она провалена, вся она вот сгнила до самого центра, вот с этой стороны. Что я хочу сказать, значит, этим видео? Ну, понятно, что у кого там 3-4 куста сложнее, у меня кустов-то как бы несколько сотен, и каждый год надо расставаться, потому что, ну, что я буду поливать, там, ухаживать за ним, пытаться, вот он мне там даст, допустим, там 2-3 грозди, вот. А смысл-то в том, что все, куст уже не продуктивен, зачем он нужен. Поэтому смотрите, сейчас весна, замечательное время поглядеть, как начал куст вегетацию. Если он начал ее хорошо, все пошло, вот, замечательно, ну, вопросов нет. А если кусты рядом идут, а один почему-то не идет. Ну, причин-то есть обязательно, то есть причину надо искать. И причины основные, я вам скажу, либо корневая, вот там проблемы какие-то с корневой, там хрущ подъедает, либо у вас там все завернуто, либо какое-то гниение началось пяточное, либо черенок, значит, вот, как я вам показываю, какие-то имеет, значит, проблемы, ущерб, и у него проводящие не полностью. Ну, верхняя реже бывает. Либо, говорю, голова, либо черенок, либо корни. Вот они основные причины, вот, по которым, собственно, большая часть кустов весной удаляется. Вот, и их смысл нет держать, потому что ничем вы вот эти моменты не исправите. Вот такое вот видео. Немножко печально, но зато, я думаю, будет поучительное. Всем мира и добра. С вами был Виноград Центр.